Да, был личный опыт. У меня подруга 5 лет назад переехала в Италию, и первое время мы встречались в Италии и посетили много мест на севере Италии, но затем Италия стала для нас скучной такой, и мы стали искать какие-то другие варианты, где встретиться в Европе, ну, с учетом того, что мы молодые, нам интересно посмотреть новые места в Европе. Вот. И получалось так, что мы работали, и нам нужно было встречаться где-то на выходные. Мы летели из разных точек, я летела из Вильнюса, она из Милана, и нам постоянно нужно было искать вот эту вот точку общую, куда нам будет удобно долетать, например, в пятницу и вместе там в воскресенье разлетаться с этой точки, чтобы никто никого не ждал там сутками. Вот. И чтобы туда было дешево добираться. Тоже был очень важный момент такой. И мы сидели очень много на лоукостовских сайтах и перебирали варианты, а как же нам встретиться. Вот. С этого, скажем так, 5 лет назад эта проблема всплыла, и сейчас, с нашего момента переезда из Беларуси, она стала актуальна, так как теперь мы тоже снова можем где-то встречаться, но вопрос где? Когда я поняла, что слишком много времени трачу на вот эти вот поиски, я подумала, что, ну, наверное, должно быть какое-то решение для этого. Пыталась гуглить, ничего не нашла. Мне было бы, например, удобно, чтобы это решение было в моем телефоне, где я выбирала бы две точки отправления и, собственно, точку, в которой можно было бы встретиться. Она, скажем так, появлялась. Плюс я выбирала бы, например, даты приблизительно, в которые можно было бы встретиться, и там, сколько я хотела бы провести со своей подругой. Идеально, чтобы отображалась еще стоимость, сколько будет стоить добраться каждой из этой точки, и круто было бы видеть, а сколько же нам друг друга придется ждать там в аэропорту, например. Ну, как минимум, не я одна, а друзья тоже сталкивались с такой проблемой. Вот. И сейчас, в эпоху послековидную, все перешли на удаленку, и таким образом получилось так, что люди стали разъезжаться по разным местам, где им было бы удобно работать, не знаю, там в места потеплее, например, или где всегда хотели попробовать пожить, так как работа перестала быть проблемой. Вот. В связи с этим все раскинуты по всему миру, и просто нету точки, где все бы встретились, как раньше, например, там где-нибудь в кафе в городе.